в стране. Жители чукотского села Нунлигран, где произошла коммунальная авария с отключением отопления, начали возвращаться в свои дома. Напомним, ЧП на Чукотке произошло еще в середине февраля. Без тепла при температуре воздуха минус 23 градуса остались все жилые дома и соцобъекты. Часть жителей пришлось вывести в соседние поселения. Сейчас практически во всех домах отопление восстановили. Возвращению людей домой мешает только непогода. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушении прав пассажиров поезда «Адлер-Барнаул». На этой неделе в сети появилось видео, как людей высадили на станции «Алтайская» за пределы пассажирской платформы. В Алтайском крае последнюю неделю бушевала непогода, выпало много осадков. Платформа на станции была очищена только на 8 вагонов. В этом поезде их было 14, поэтому пассажирам пришлось буквально пробираться сквозь сугробы. В мире. Трагедия произошла в университете Боливии накануне. В одном из учебных заведений на студенческое собрание пришли учащиеся. В толпе возникла давка, перепалка, затем и драка. Перила на площадке, где все происходило, не выдержали. С высоты более 16 метров сорвались 11 человек. Трое скончались на месте, четверо в больнице. Несколько студентов продолжают оставаться в реанимации. В местной полиции заявили о нарушении правил безопасности. Допрашивают участников событий и охрану вуза. Экс-президент Франции Николя Саркози получил 3 года тюрьмы по делу о коррупции. Суд в Париже признал его виновным также в злоупотреблении служебным положением. Судебный процесс против бывшего главы Франции, начавшийся в конце ноября прошлого года, был связан с подозрениями в том, что политик, находясь на посту президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур. По данным следствия, в 2014 году он предложил сотруднику кассационного суда повышение в обмен на информацию о ходе дела. Сам Саркози отвергает все обвинения. С 3 лет, которым его приговорили, 2 года ему дали условно. На индонезийской Суматре активизировался вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла высотой в 5 километров. Местные поселения накрыло потоками лавы и дыма. Местных жителей попросили не приближаться к вулкану. Синабунг проснулся еще около 10 лет назад, но столь активные выбросы были впервые. Последствия оказались плачевными для фермеров. Все огороды в ближайших к вулкану окрестностях превратились в мертвые пустыни.